Однажды утром ранним проснулся, полежав, помечтав немного, я встал с кровати. Я вспомнил, что вчера вечером я круто тусанулся, что давным-давно покончилось наше пати. Теперь я сижу и думаю о той самой вечеринке. Там были девчонки, будто из картинки. Я не верил своим глазам. Неужели счастье ворвалось в дом к нам? Народ начал подходить часам к 8. Это показалось нам странным, потому что все договорились будто к 6. Мы хотим, чтобы все были на равных. Диджей поставил новые пластинки, радость переполняла всех на вечеринке. Обстановка немного погодя разрядилась. Некоторые пели короче, подпитывались, все балдели и бесились. Оттуда как музыки все слились на часах 9 без 5. Кто еще не знает, быстрее приходи. Наша душа, все уже вовсю разгоралась. Но разойтись на всю катушку мало кому удавалось. Многие даже проголодались, на это не смотрели. На эти дуэль кровати не догадались. Гости за стол поесть присели. Быстро всю еду смели, кто куда разлетелись. Хип-хоп по карту устроил диджей. Танцевать стало намного веселее. Кое-кому в голову успел устроить трек. Состязание 5 у метров, уши на ВВП. Один сделал 5 оборотов на голове. На черепаху на руке, третий крутанул 2 метра. Четвертый показал уровень, походу Майкла Джексона. Ну а пятый сделал 5-6, круто было так, чтобы стать сесть. Время летело быстро незаметно. На вечеринке дела делались четко конкретно. На часах 10:45, танцы начинаются опять. Диджей врубает на максимум колонки. Тут как назло, припевные соседи подонки. Они грозились вызвать милицию, если это все не прекратится. И вот мы обломались, но все же мы не разочаровались. Дернули на улицу, ветер лещет по лицу. Но нам наплевать, потому что мы будем тусовать. Диджей зарядил магнитуру батарейками, чтобы продолжать веселиться под клёвый музон. Уже на улице не разбились по скамейкам. Нам здорово, нам хорошо, и не страшно нам ОМОН. На часа 12:07 по домам начали расходиться мы. На душе у всех удовлетворение. Ну ничего, продолжение будет нашему веселью. Потому что завтра мы идем на день рождения. Потом будем справлять новоселье. Потом опять день рождения. Затем Новый год, вот, а потом вообще будет воскресенье. Наша вечеринка еще долго многим будет сниться. И у всех хорошее впечатление останется в сердцах. И у каждого продолжение этой вечеринки будет рождаться нечто. Вот так.